мы сейчас едем на Hoover Dam, дамба на реке Колорадо, на границе Аризоны с Невадой. Здесь вот такая горная дорога. Oh, a lot of traffic here. Everybody go from Vegas probably here. И вот тут пробки мы встали, что-то приехали. Одна дорога всего туда. Вот мы на верхушке. Да. Вот мы все едем очень медленно туда. Такой вот вид. Там где-то Гранд Каньон тоже. Где-то посреди. Вот там дорога, хайвей. Все еще стоит. Еле-еле едем. А, вот почему медленно тут едем? Потому что там впереди... Ой. Впереди чекпоинт. Это проверяют машины, чтобы оружие не было, взрывчатых веществ. Такое, всякое такое. То, что все-таки дамба там, чтобы не взорвал никто эту дамбу. Вот, там проверяют. Вот, security тут проверяют все. Well, why are you doing that? Yeah, so you're gonna walk up there and go look at it. Здесь, Memorial Bridge Plaza and Hoover Dam is straight ahead. Okay, so Hoover Dam is straight ahead. So we're going there. На велосипедах там тоже. What about over there? What's going That's on over there? Bridge. Ah, bridge. I mean, if you want, I can take you back over there and do that again. Let's just go down here. This is what here. Bridge? That's the bridge you saw everybody off the highway up on. Oh, the Grand Canyon over there, or what? Yeah. Oh, okay. Up there and see it. Mm-hmm. It looks straight down. Вот, кстати, новый мост. We used to have to go this way to get to Vegas. Oh, okay. But they stopped doing it now. Because of new bridge. Because they built that new bridge, yes. Вот новый мост построили по дороге в Лас-Вегас. Oh yeah, it's very high. It is. That I've never been up on to actually like look over. You are? That огромный мост здесь, это новый мост построенный. Прямо такой высокий, вот не знаю, на камере не так уж и вон люди точки там наверху. Yeah. Look at them all. They're all slanted. Why? Maybe it will be a big storm or something. It's just the way they did it. Because it extends the cables a certain way. Он столбы электрические почему-то наклоненные. И там внизу тоже. Там сейчас не видно. И вся. Паркинг для машин. Сейчас заезжаем. $10 парковаться. В общем, мы не поехали на платную парковку. Там, оказывается, дальше бесплатная есть. Вон там машины ставят. Там можно ставить бесплатно. Тут что-то народу столько. Какой ужас. И вот она. Это я сейчас прямо на дамбе стою. Вот это Колорадо река внизу, получается. Вон там машины какие-то даже. Вот мост этот. И вот эти вот как поваленные, типа. Но они, по-моему, так специально сделаны. Столбы электрические, как будто они свалены. Вот она, дамба. И вот это я сейчас на дамбе прям стою. С другой стороны тоже.
Вот с другой стороны здесь вообще широкая, с другой стороны реки. А, ну дама, видимо, задерживает, с другой стороны здесь широкая река. А вот это как раз мы, по-моему, и есть в каньоне, потому что река здесь, Колорадо, которая в Гранд-Каньоне течет. Вот так, чуть-чуть дальше прошла я, вот получается, так вот все выглядит. С этой стороны дамба. О, там паркинг. Муж меня здесь высадил, а сам поехал туда. Говорит, а я уже видел, не хочу смотреть, говорит. Вот еще, да, дамба эта. Сбоку. Называется Хувер Дам. И новый мост. Мы сейчас на мост поднялись. Сейчас посмотрим вид с моста. Вот граница с Невадой. Получается, там же Невада, а здесь еще Аризона. Вот этим. Написано, что мемориальный мост. Memorial Bridge. Да, какие-то имена. А, вот они какие-то знаменитости. Вот мы все туда продвигаемся. Тут медленно люди идут, еле-еле ногами передвигают. Все, на середину моста. Вот такая высота, здесь все видно. Вот это вся дамба видно. Хувер. Хувер дам называется. Вон так. Вот эта дорога, она еще не вся. Огромная высота. Вот эта дорога, она еще на половине горы только. А там еще вниз дальше идет. И там река Колорадо. Вот это вот. Там уже закат. Озеро Мид на границе Невады и Аризоны. Вот так красиво. Это специально здесь. Получается, Хувер Дам вон там мы были. Вот где вот это белое стоит. И вот отсюда чуть-чуть дальше проедешь. Тут специальная площадка для просмотра этого озера Мид. Там это получается стоянка к этих кораблей. Вот такое большое озеро. Очень красиво сверху так наблюдать. Thank you.